План развития интеллектуального производства в Китае на 2016-2020 годы обнародовало Министерство промышленности и информатизации страны. Документ ставит цель к 2025 году. Доля отечественных технологий, использующихся в умном производстве в Китае, должна увеличиться до 50%, а программного обеспечения китайской разработки в стратегически важных отраслях как минимум до 30%. В ближайшее время планируется разработать новые стандарты в этой сфере и приступить к формированию группы компаний разработчиков и поставщиков технологий для модернизации и интеллектуализации промышленности. Сейчас Китай активно закупает робототехнику и технологии за рубежом. Иностранные роботы заменяют китайских рабочих на многих позициях. Но это не то, к чему мы стремимся. Нам нужно не слепо закупать технику и программное обеспечение, а создавать собственные технологии. К 2020 году на модернизацию производства, по прогнозам, потребуется около 9 триллионов юаней. Очень много предприятий перейдет на интеллектуальное производство, и если отечественные будут 50% из использованных технологий, то мы говорим о рынке в триллионы юаней. А это приведет к созданию большого количества новых рабочих мест.